читать именно это стихотворение, поскольку вот как Леха молитвы читает, вот я его примерно так же, тем более. Самые стойкие зрители у нас оказались дамы. Я еду к бабушке, чтоб в детство окунуться, как будто галстук пионерский поносить, рюмашечку махнуть, но трезвеньким проснуться, и утром каши дедовой вкусить, услышать в сотый раз про голод 41-м, пересмотреть альбом, где дед был молодой, поговорить о том, что я в него, наверное, такой же вот упрямый, худой, и снова промолчать о чем-то самом главном. Пообещать, что скоро брошу пить, и снова стать таким обласканным и славным, и снова целый мир безудержно любить, а после воротясь к друзьям, делам, заботам, весь гордый деловой с бурлением в крови, вдруг позвонить, сказать: да ладно, ба, чего ты, главное, еще живи, живи. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Вы не стесняетесь, не дорогие друзья.